Все, мой хороший. Ну все, спи. Так, он немножко поел. Он даже немного поел. Выпил молочка с яйцом и съел немножко холодец с куриных голов. И он пытается... Похоже, что у него сломан таз. Потому что он пытается вставать. Когда сломан позвоночник, собака не встает. И он пытается кусаться, значит, у него есть болевая чувствительность. Завтра мы повезем его на снимки. А пока, малыш, спи, детка. Все, мы его закутали, мы его загородили. Он будет на свежем воздухе, но мы его загородили вот такой стеной, и на него не дует. То есть... А спит он у нас, термобудку посадили его. Ну что ж теперь. По крайней мере, ему здесь удобно и тепло. Матрас мы ему хороший сделали и закутали. Все. Все, ребята, выключаем свет. И пусть ребенок спит до утра.